за ваши жуткие аплодисменты. Давайте по-нашему. Нас в отеле и так вызвали, что все это. Давайте не будем разочаровывать людей. Ну что, друзья, очень радостно вас здесь видеть всех, очень радостно, что собралась такая элита, такой спецназ орифлеймовский. Давайте мы с вами начнем работу. Мы сегодня с вами будем долго, поэтому успеем все, не переживайте. Давайте тогда следующий слайд. Наш формат работы на сегодня. Мы с вами будем работать 2 раза по 3 часа. С перерывом на обед. После обеда просьба всем вернуться. Поэтому сейчас запомните своих соседей. Кого после обеда не будет, можно сдать этого человека. В конце каждого блока будут ответы на вопросы. Если будут вопросы по ходу пьесы, вы можете их задавать. На листочках писать, передавать нам. Работаем в виде диалога. Следующий слайд. Нас собрал сегодня Крым. Мы сегодня оказались здесь. Мы первый раз с Ириной, честно скажу. Уж на сто уж мы попутешествовали, но в Крыму первый раз. Ребят, как вам в Крыму? Можете кто-нибудь сказать 2-3 слова? 2-3 слова, которые характеризуют ваш отдых, обучение в Крыму. Кайф. Эмоции. Приятное с полезным. Эмоции зажигательно. Эмоционально зажигательно. Побуждает к действию, отлично. Красиво и продуктивно. Красиво и продуктивно, отлично. Еще. Питательно тоже. Питательно. Так, давайте поднимем руку, кто за эти дни похудел. Так, 4. 5. Давайте поднимем. Ну ладно, не будем. Ну, про еду поговорили. Осталось поговорить про другую крымскую достопримечательность. Экскурсовод знакомит гостей с достопримечательностями Крыма. Сейчас мы проезжаем мимо знаменитого винодельческого хозяйства Массандра. Туристы в ответ говорят: то есть как это проезжаем мимо? Ребят, кто пробовал крымские вина? Кому понравилось? Отлично. Да, вчера я вас многих видел, вот так. И я по глазам вашим видел, что вам очень понравилось. Это отлично. Вчера поздравляли Витю, где Витя у нас? Сегодня он именинник, да? Давайте поаплодируем. Ребят, ну и давайте тогда начнем. Кто мы? Следующий слайд. И я очень скромный человек. Я очень скромный человек, поэтому приглашаю рассказать о том, кто мы такие, мою любимую, вторую половинку и генератор всех идей в Орифлейм в нашей семье, мою супругу Долженко Ирину. Большая ответственность сегодня суметь выдать тот опыт, который мы получили. Нам очень важно, чтобы люди, которые нас слышат, услышали нас. Нам очень важно, чтобы вы время, которое инвестировали сегодня, чтобы вернулось новыми званиями. Нам очень важно, чтобы Россия росла. На сегодня мы закрыли квалификацию 2 президентского директора. На сегодня мы представляем топ 100 глобального мира Орифлейм-лидеров среди всех стран. Мы
представляем нашей командой ТОП-15 России. В нашем регионе мы занимаем первое место. Уже 3 года мы входим в состав консультационной группы, и завтра у нас состоится встреча с руководством ВСДИ по поводу новых инициатив в России. Конечно, для нас, как и для Сергея, очень почетна была встреча в Нобель-холле в 2012 году, когда 300 лучших лидеров мира попали на встречу с королевой Сильвией. У нас есть разные фишки, и фокус наш на развитие директоров, и особенно в летний период, нам позволяет этот период мобилизироваться. И нам всегда было интересно расти тогда, не тогда, когда все растут, а тогда, когда какие-то условия сложные мы воспринимали как вызов. Что именно сейчас мы должны что-то предпринять, потому что мы давали обещания нашим людям. Мы являемся участниками программы «За рулем мечты» и получили 1,5 года назад Volvo XC60. Она стоит сейчас 3 миллиона рублей. В нашей команде еще 2 машины. Всего 3 машины разъезжают по городу Барнаул и несут Америклейм в массы. Это очень дорогого стоит, правда? Все наши действия нацелены на рост. На рост и развитие. А рост и развитие связаны у нас с новыми менеджерами. И на первой конференции в 2015 году у нас, от нашей команды приехало максимальное количество участников, как от топ-лидеров. Это значит, что мы получили благодарность от вице-президента России за работу. И это значило, что сейчас, 2016 год, те менеджеры, которые были на конференции, это наши новые директора, золотые директора. Это тот уже директорский корпус, который уже достойно представляет имущество бизнеса в наших регионах. В 2016 году произошло еще интересное очень событие, для нас неожиданное. На бриллиантовой конференции в Абу-Даби нас представили от региона СНГ как номинантов на премию «Тамилы». Почему эта премия? 8 лидеров из разных стран – Индия, Индонезия, Китай, Польша, Бразилия и Россия были представлены как номинанты. И вы знаете, для нас очень дорого, что эта премия, на эту премию номинируются те лидеры, которые живут в духе и ценностях Oriflame. Те лидеры, которые помимо результатов показывают еще высокие этические стандарты и высокую социальную ответственность. Наверное, вот то это признание для меня является очень важным, как для человека, которому не все равно, что происходит в мире. Для меня это очень дорогая номинация. И в конце 2015 года, то есть мы стартовали в начале 2016 года, с официальным детским благотворительным фондом «Живи». И учредителями стали этого фонда бриллиантовые директора нашей команды. Давайте им поаплодируем. Очень много людей в этом мире могут красиво говорить. Но не все готовы что-то делать для этого на самом деле. И я бы даже подняла сейчас на местах семью Гефнидер, семью Родионовых и Владимира Башко. Володя. Наш замечательный Володя. Спасибо большое, потому что это люди, которые действительно преданы своим ценностям. Вот в принципе, сегодня мы покажем вам этот путь, как мы пришли, как мы проходили наше становление и почему мы здесь сегодня. Слайд. Вы знаете, для нас с Антоном всегда важно было не только стремление
заработать деньги, хотят. Иди сюда. Марковой. Мы приходим за деньгами, но остаемся мы здесь по совершенно внутренним глубоким причинам. Для меня успех, мне не все равно, как его делать. Мне не все равно, где зарабатывать деньги. Вы согласны, сейчас очень много есть сфер, где косят бабло. Согласны? Но жить с ценностями и найти ту работу, которая позволит вам действительно быть достойным человеком, это очень дорогого стоит. Для меня примеры успеха всегда были гармоничны в том плане, что я стремилась искать те примеры, когда крепкая семья, надежная семья, воспитаны хорошие дети и при этом создан успешно развивающийся бизнес. Истории тех лидеров, не лидеров, а есть истории успеха в разных сферах деятельности, когда человек остается один, когда идет по головам, когда получает какие-то результаты, а эту радость и разделить не с кем. Я читала когда-то истории там голливудских актрис, которые приходят с Оскаром в отель и плачут в одиночестве. Я не хотела такого успеха. Я хотела, чтобы на этом пути мы могли жить, мы могли любить, мы могли учиться, развиваться, и мы могли привнести что-то в этот мир полезное и оставить после себя какой-то след. Это слова Стивена Кови. Это очень успешный бизнес-консультант, оратор. У него 9 детей, 64 внука. Он очень успешен. Для меня это тот пример, который действительно глубоко понимает, зачем он живет на этом свете. Пример того, как он разворачивает своим примером судьбу других людей в сторону осознанности. Поэтому, наверное, вот к этому мы пришли. Когда-то я увидела вот этот логотип на какой-то конференции. И у меня вот возникла мысль и призыв к людям, с которыми мы работаем. Живи. Живи ярко. Ведь каждый человек, он должен уметь жить, не просто проживать. Жить насыщенно, видеть этот мир. Быть гармоничным, быть счастливым. Быть любящим, быть любимым, быть востребованным. Это потребности любого человека. У каждого человека есть потребности. На физическом уровне жить комфортно, да? На духовном уровне иметь потребности, да, в том, чтобы любить, быть любимым, понимаете? Развиваться, всегда развиваться. Какой бы ни был у нас уровень, мы с Антоном будем развиваться всегда. Антон любит говорить, что мы не овощи, чтобы традиции проспать на грядке, да? Мы должны развиваться, мы всегда будем идти вперед. Но теперь и сегодня, уже когда наши базовые потребности на физическом уровне выполнены. Для нас сегодня наши цели – это уже миссия. Поэтому для меня очень волнительно сегодня быть с вами. Когда мы говорим о гармонии, очень трудно эту гармонию реализовать. Как научиться работать, воспитывать детей, уделять время здоровью? Это задача практически для многих невыполнимые, да? Одновременно развиваться во всех сферах жизни. И вы знаете, я хочу вам сказать, на первом этапе и не пытайтесь думать, что у вас что-то не так, если во всех сферах не развиваюсь. Я недавно услышала очень хороший пример. И я поняла, то есть всегда мечешься и какие-то вот такие... Недовольство возникает, что где-то ты сделал, где-то ты не доделал, да? И вот жить с этим, то есть нужно уметь жить все-таки с пониманием к этому отношениям и радоваться тому, что ты успеваешь делать. Так вот, когда мы пришли, мы жили в общежитии, в комнате 9 квадратных метров, у нас появилась мотивация, наша дочь. И вы знаете, в тот момент не будешь думать о высоких там материях, тогда нужно было просто физически выживать. И когда сейчас я понимаю пример, тот, почему сразу не получится все гармонизировать, потому что, когда вы хотите научиться жонглировать 5 яблоками, представьте, 5 сфер вы взяли, вы сразу хотите научиться ими жонглировать, не получится. Возьмите самое приоритетное, то, что сейчас для вас.
Для нас тогда самый главный приоритет было просто выжить в хороших, то есть дать ребенку не общагу, а квартиру, свою детскую комнату, дать хорошее питание, образование. Для нас тогда нужно было это важно. Мы взяли одно яблоко и все поставили на то, чтобы бизнес встал до того уровня, чтобы мы могли заняться потом другими сферами. Это называется приоритеты. Не получится и полы мыть, и гладить, и пирожки печь, и бизнес строить сразу. Не получится. Надо сначала поставить этот бизнес на такой уровень, чтобы при грамотном построении у вас появилось потом свободное время для того, чтобы заняться остальными сферами жизни. Понимаете? В это время история повторяется, как у Сергея, да? У нас что-то у бриллиантов стало модным рожать по трое детей. Ну, наверное, это потому, что у нас появились возможности рожать столько детей, сколько мы можем действительно полноценно обеспечить. Когда я смотрю фильмы и говорят: «Сынок, ты у меня один». То есть если трое, значит, не береги себя. Каждый ребенок для нас, он единственный. И каждому ребенку мы как единственному, и первому, и второму, и третьему, пока трем. Мы хотим дать все. И вот Лиза у нас родилась в 2002 году. У нас не было телефона, у нас не было компьютера, у нас пейджер только появился в Орифлейм. Я не знаю, как, но мы сделали за полгода директора. У нас были квадратные глаза, бешеные глаза, состояние, вот так ребенок засыпал в разговорах, там, в овациях, там, в шуме, в коляске, где. То есть она очень самостоятельный ребенок получился. Вот. То есть мы сделали, мы получили премию $1000, когда ей исполнился год, ровно в ее день рождения вручали нам премию $1000. Для нас это, вы знаете, вот это первая ступень, она самая дорогая. Когда ты из ничего, когда ты, будучи никем, ты это сделал, вы знаете, потом все само как разумеется. Но первая $1000, она, не знаю, как облита своими переживаниями, всеми стремлениями, там, незнаниями, неумениями. Вот. Поэтому для нас это очень дорогого стоит. Сейчас я расскажу о становлении. У нас появилась вторая группа, третья группа, четвертая группа, пятая, шестая группа. На уровне бриллиантового директора мы позволили себе уже родить второго ребенка. Это совершенно другие эмоции. Рожать тогда, когда вы имеете возможности подарить ребенку всего себя и все то, что можно дать этому ребенку. Понимаете? Вот это стоит того, чтобы это сделать. У нас родился сын в 2014 году. И в то время, то есть был такой момент перехода, мы понимали, что есть новое сейчас движение. Если мы не можем себе позволить, мы несем ответственность за группу. Если сейчас мы не обеспечим рост и внедрение новых технологий, то завтра уже будет поздно. Поэтому мы работали с ним в декрете. Сейчас ему 2 года, и мы открываем квалификацию исполнительного директора, надеюсь, завтра. Нет, ты сбавь накал, люди уже плачут. Ну да, вы меня простите, меня всегда плачут. Ну так, глубоко пробивает. Вот смотрите, до уровня бриллиантового директора я жила с ощущением тревоги. Я не знала, что меня ждет завтра. Если вы оглянетесь вокруг, вы видите, что если люди, которые не берут на себя ответственность за свою жизнь, жизнь их учит уроками. Если они не понимают, им дают еще уроки. Какие уроки? Сложные. Сложные, разные. Какие могут быть уроки жизни? Чтобы ты очнулся. Большие проблемы, маленькие проблемы. Человек должен услышать и понять, и собраться, и почему, и сделать этого
можно ждать, а можно подготовиться к тому, что в жизни может быть все. Но все-таки, когда у вас есть деньги, вы более подготовлены к решению этих вопросов. Мы знали, когда еще у нас Лиза только была рождена, мы уже тогда знали, что придет время, и она будет задавать нам вопросы, если мы сегодня ничего не предпримем. Мы знали, что придет время, она будет выбирать направление в своей жизни. И либо мы ей дадим эту дорогу, либо ей придется отказаться от своих мечт. А это происходит. Девочки, которые с нами учились в медицинском училище, имели красные дипломы, они не поехали в столицу, потому что мама с папой сказали, мы не сможем тебя потянуть. И я потом этих девочек с красными дипломами видела продавающими сахар. Я знала это, я видела, я понимала, мой ребенок тоже растет. И если не сейчас, если мне сегодня будет некогда, то завтра уже будет поздно. Я не могу вернуть детство и вернуть те впечатления, когда ребенок рос, когда развивался. Я не могу потом в 25 лет, когда ему, да, у меня время появится, дети вырастут, я такая, поехали в Диснейленд. Зачем? Когда ваши родители становятся старше и организм уже не такой молодой, и нужна помощь, и какие-то, возможно, вопросы придется вам решать вместе с ними, вы готовы развести руками или сделать что-то сейчас? У вас есть все возможности. Мы начинали, представляя ту конечную цель, ту картинку, которая в нашей жизни сейчас происходит, мы ее когда-то уже видели перед собой. Я нигде не показываю тут квартиры, машины, там, дачи. Ну, например, вот мы в декабре месяце купили маме однокомнатную квартиру в Барнауле. Она жила в Рубцовске, у нее был дом, туалет на улице, вода холодная. Мы помогли сначала купить там, а потом купили уже рядом с нами, уже в Барнауле. Просто купили за деньги, не за... чтобы были условия комфортные, чтобы она отдыхала. Хотя у нас большая квартира, могли бы вместе жить. Но мы хотим, чтобы это было ее личное пространство. Родители полгода назад у нас задумались о том, родители Антона, чтобы купить дом, жить на земле. Вот пришел такой момент, что вот для здоровья это важно было. И им денег не хватало. Мы получили 10 тысяч долларов, мы им подарили на покупку этого дома. То есть 1,5 миллиона мы подарили еще. И мы рады и счастливы, что мы можем. Мы рады и счастливы. Это вот те кочки. Вот это, знаете, вот эта кочка, это 1,5 миллиона. Вот, ну, немного вроде, да. А сделать можно столько важного и нужного. Поэтому смотрите сами. Спать будете, растягивать будете. Не просто возьмете и сделаете, будете жить и наслаждаться. Давайте следующий раз. Поэтому мамам сегодня, я мама, я очень люблю своих детей. И я очень хочу проживать с ними каждую минуту, радоваться с ними. И именно поэтому, если говорят, кто-то говорит, что дети не мешают карьере, это неправда. Я могу сегодня ответить словами Тины Канделаки, что карьере может помешать только ваша неорганизованность, неумение расставить приоритеты или вообще непонимание смысла самой работы. Мы сегодня с вами будем об этом говорить. Как организовать свое время, какие приоритеты расставить и в чем смысл этой деятельности. Потому что Oriflame на сегодня может дать вам все. Вот я могу перечислять, я могу сказать все. Все, начиная не только с физической сферы, но и сферы вашей реализации, ваших талантов, вашего развития, развития ваших детей. Все есть. Для меня Oriflame – это песня, это подарок судьбы, который просто вот... Мы с вами очень счастливые люди, что так сложилось, что первая вот сетевая компания, так сложилось, что мы с Антоном пришли в Oriflame. И многие у нас могут говорить такую фразу, мы, наверное, Богом поцелованы. Это правда, это компания с ценностями, это компания с деньгами, это компания, за которой действительно можно идти, можно бороться за ее интересы. Давайте следующий слайд. Сегодня что-то вы услышите вам знакомое, что-то вы услышите новое. Вы должны сегодня определиться, что
вам не нужно метаться, бежать за чем-то новым, да, или возвращаться к старому. Вы должны сегодня понять, что для вас актуально. Я сегодня вам покажу, как анализировать работу вашей группы, чтобы вы поняли, где именно вам нужно быть сильным, в чем вы сильны, оставаться сильным, а где вы можете улучшить за счет каких изменений. То есть вы должны для себя каждый сам определить, что для вас именно актуально. И не метаться сейчас на то, чтобы взять и полностью переделать то, что вы уже чем занимались, взять и переделать в другой системе. Кто-то говорил, да, Сережа говорил, что вы можете и ничего не достигнуть с новой системы, и свою порушить. Понятно? То есть мы будем стараться давать-то аккуратно и с пониманием, зачем вам это надо. Поэтому посмотрим сегодня на ваш бизнес. Что вы видите? Реальность или тень? Вы видите то, что вы хотите видеть в своих бизнес-партнерах? Или вы реально видите ситуацию и видите, куда вы придете с ним? Видно на картинке, да? Люди идут мимо, на тени, как будто они вместе, рядом. Иногда мы обманываемся в том, что мы хотим увидеть. Поэтому давайте сегодня без приукрас будем работать. Настроены? Да.